В день своего трехлетия «Кванториум» открыл двери для всех желающих. Чему учат в детском технопарке и как там проходят занятия, Юлия Важенина. Как работает квадрокоптер, если в меду мел, и как заставить робота передвигать предметы? Ученики детского технопарка «Кванториум» точно знают ответы на все эти вопросы. Здесь по 9 направлениям занимается более 1200 детей. Ребята получают здесь необходимые компетенции, знания для того, чтобы шагнуть во взрослую жизнь. Они уже понимают, как надо начинать свой проект, откуда брать финансирование. Здесь царит такая атмосфера, которая позволяет вытащить ребенка из-за его гаджета, из-за, не знаю, смартфона, компьютера, и привести в команду. Здесь они разрабатывают очень интересные какие-то идеи, собственные наработки. Ученики 10 класса Влад и Иван разрабатывают макет интеллектуальной системы электроснабжения «Микрогрид». Они работают в команде уже более 8 месяцев. В рамках этого макета мы хотим показать, как можно выгодно пользоваться вырабатываемой энергией возобновляемых источников энергии. Сейчас мы делаем пока лишь только макет, чтобы показать людям, которые заинтересованы в этой теме, свои новые мысли на этот счет, и чтобы потом отойти от макета и уже реализовывать это непосредственно там, на реальных домах, на реальных каких-то поселках, жилых пунктов. Артур Акимов в технопарке изучает жизнь и повадки улиток. Вот уже 2 года он посещает направление биоквантум. Мы много где пробовали ходить в музыкальную школу, ходили в спортивные кружки, но раскрываются, скажем так, таланты Артура именно здесь, в этом технопарке. Интерес к биологии у Артура с детства. Раньше, выходя на улицу, он первым делом искал в траве различных насекомых. Дома у мальчика живет ящерица, и он сам выращивает для нее корм. Я выращиваю сверчков для нее. Я купил колонию сверчков, покормил, они отложили яйца и вылупилась новая партия. Они растут в течение 2-3 месяцев, и я их скармливаю заново. Целый день для всех желающих в «Кванториуме» проходили экскурсии по лабораториям, мастер-классы. Гости вместе с учениками могли поучаствовать в научно-интерактивном квесте и турнире по мотивам игры «Что, где, когда». Возможно, теперь количество учеников технопарка увеличится. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.